Белогорье восьмой раз становятся чемпионами России. На пути к пьедесталу победы они сначала стали обладателями Кубка России, затем победили чемпионов Европы, затем чемпионов России и в финале замечательной командой «Урал» стали чемпионами. Поздравляю вас! Поздравляем прежде всего славный коллектив команды во главе с Сережей Тетюхиным, Дмитрием Усецким, Теем, капитаном команды, все славную дружину белгородской команды «Белогорье». Я поздравляю от души тренерский состав команды во главе с прославленным тренером Геннадием Шибулиным. Я хочу поблагодарить главных спонсоров нашей команды, компанию «Металл Инвест». Я преклоняюсь перед белгородскими болельщиками, благодаря которым эта победа сегодня и состоялась.